сегодня приглашена на заседание правительства. Самое главное, это отчет губернатора, как для Тверской области прошел 2020 год. Какие позиции для себя отметили? Ну, знаете, во мне, как и в любом другом гражданине, живут одновременно два человека. Если рассматривать с точки зрения абсолютных каких-то вещей, то всегда хочется лучше. Но есть и другой, более реалистический взгляд. А какой это был год, какое это было время и какой контекст вообще того, о чем говорится в докладе? Контекст очень серьезный и очень сложный. Много мы с вами знаем, что и медицинский контекст, и экономический контекст сложный. И я, как человек, занимавшийся долго международными делами, и сейчас член Международного комитета Совета Федерации, я хорошо знаю, что и международный контекст очень сложный и неплохой, хотя какие-то проблески появились, но все-таки это только первые симптомы, и то непонятно, насколько прочные. И в этих условиях добиться того, что добились в Твери, в Тверской губернии, это, конечно, достижение. Я могу сравнивать с многими другими областями. И то, что удалось сохранить основные структуры экономические, обратить большое внимание на социальные структуры. И что очень важно, обратить большое внимание на культурно-просветительские вещи. Я вот сам активно сотрудничаю с теми, кто поисковыми работами занимается. Это очень здорово. И Тверь, к сожалению, к несчастью большому, потому что погибло много здесь людей, но он является центром таких поисковых работ и центром памяти, значит. То, что вот открыли памятник, известный теперь по всей стране и по всему миру. Все это говорит о том, что правительство в этих сложных условиях работало эффективно. И это было, собственно, признано на заседании, потому что вот были различные партии, выступали. Как вы, наверное, видели, никто из них не поставил принципиально концептуальную альтернативу какую-то тому, что было предложено в докладе. Задавались отдельные вопросы, отдельные конкретные вещи, но альтернативы не было предоставлено. Поэтому я думаю, что мы должны оценить положительно работу тверской власти и пожелать Твери работать дальше. Мне очень понравилась одна цифра, я не знаю, упоминали ли уже многие. То, что многодетных семей в это трудное время стало больше. Но это здорово, примерно на 1000 с чем-то. Это здорово, это значит, что даже в это сложное время люди в Твери, власти в Твери заботятся не только о сегодняшнем дне, но заботятся о том, чтобы Тверь была богата людьми, а значит, богата всем остальным в будущие времена. Спасибо. Только этого можно пожелать. Спасибо.